Цифровая валюта не осталась без внимания Центрального банка Евросоюза. Бенуа Кере, член правления Европейского центрального банка, пояснил, что банк внимательно следит за развитием криптовалюты, ведь некоторые страны сейчас переходят от использования физических счетов и монет к созданию собственной цифровой валюты. Поэтому Центральный банк не может игнорировать ее распространение. Кере также отметил, что не считает широкое распространение криптовалюты риском для существования банков или традиционной валюты евро.